Всем привет! Сейчас я расскажу вам про новое клевое кино, которое называется «Призрак в доспехах». Короче, погнали. Захожу. Это кино выйдет в 2017 году, а главную роль исполнит Скарлетт Йоханссон. Что-то такое. К 2029 году большинство людей вживили себе разнообразные нейронные имплантаты. Но кибертехнологии принесли новую опасность для человека. Стал возможным взлом мозга. Опасный хакер по прозвищу Кукловод начинает вмешиваться в политику. 9-й отдел бюро общественной безопасности, оперотряд полиции, оснащенный по последнему слову техники, получает приказ расследовать это дело и остановить Кукловода. На этом все. Подписывайтесь на канал и ждите новые ролики. Всем пока!